Всем привет! Я сейчас буду делать кошку Лолу. Но если я сделала свой канал, я хочу кошке Лоле написать. Если она посмотрит, то пусть она знает, что я ее подписчица! И сейчас я ее буду делать из вот такой. Лола, если ты посмотришь, то я хочу тебе сказать, можно я тебя сделаю маленький? Просто я тебе привыкла увидеть вот такой маленький. Я сейчас буду тебя, Лола, делать. У тебя вроде бы зелено. А не вот такого зелено. И еще у тебя где-то был шрам такой. Ты сделал. Пим-п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 им. Так, ну, я могу тебе сделать другой, потому что, ну, может, я что-то не так могу сделать. Так, вот, во-первых, вот такое. И где-то вот. Цвета у тебя даже волосы. Я тебя сделаю как смогу, хорошо, Лола. Я просто люблю тебя и давно. Я, кстати, в Роблоксе с тобой была, у меня желтые волосы были. Вот. Я хочу тебя, Лола, спросить, почему ты ушла? Я просто думала, что ты видео запишешь. И думала брату. Штаны вот такие вот. Я делаю тебе кивы, потому что я плохо знаю. И осталось последний штрих. Лола. Лола, я тебе сейчас покажу. Только для начала я хочу кое-что сделать. Обняться с тобою. Ну да, хоть и в Гача Лайф. Но я очень люблю тебя. Во-первых, я хочу тебе показать, как я сделала из Undertale. Вот таких вот собачку. Санса, этого. Вот это вот. И вот это вот. Ну, Лола, надеюсь, что тебе понравилось, как я вот сделала вот тебя. Потому что я очень давно тебя пыталась найти и сделала. Я люблю тебя, Лола!